слышно, прием. Ага. Прием к связи. Алло, это Ревлитика? Хочешь, бери, блядь. Что у нас с медициной? Так, я чёрный. Так, фуда. Урал, там есть РПГ и пидора, точно. Где РПГ? В БТРе, посмотри. Скучно, фугасный заряд есть. Медицина! Гена. Так, это на Рафуду выложил. Медик был вроде. У меня 6 этих. 6 фугасов есть на РПГ Урал. Иди сюда, выкладывай по одному поочередно, потом мешок скинешь свой. Я тебя освобождаю от должности помощника, блядь. Тик на связи. Да-да-да. Давай. Я думаю, сейчас прыгну, я, обгоняй. Блядь, метра на полтора взял. Обгоняй, вроде. Его не подойдешь. Здесь путь проставлю, понял, да? По моим меткам будешь ехать. Образном перекрестке направо. Слушай, Заебайский остров мне нравится. Ты говоришь? Говорю, остров Заебайский мне нравится. Причем у него в разных концах света разная фауна, так скажем, блядь. И флора, блядь. Кто у нас противник будет? Что-то понял. Хуй его знает. Как мы только шарфами. Личный шарф на шее. Пакистанская армия, что ли? Да. Thank you.
на север поворачивай. Такие, бля, полетели. Плавненько поворачивай на примерно северо-восток, азимут 70-80. Нужно выйти до дороги. Смотри, там елочки были, здесь уже лес, блядь. Сосновый. Что? Гоняй так, аккуратненько едь. Возьми чуть правее, слышишь? Остановись, мы осмотримся. Ладно, тормози, всем спешится. Занять круговую оборону вокруг ДР. Дыра держим, я пока осмотрюсь. Да, мы скорее всего севернее, да, оно обозначено на карте. Точную метку поставь нам. Только в нашем канале они. Вернее, да, в синем. Я говорю, по-моему, только у меня бинокля нету в синем. Жизнь боль. У нас что-то много слышно. У тебя аккумулятив сколько? Не, вообще нет. Вообще аккумулятивов нету. Ого, как мы. Хреново. Хорошо, понятно. Так, у меня две. Так, нам нужно, короче, на восток до дороги, по и дороге все. Уже поедем. Вашим меткам. Вот еще труба должна быть. Ну, нула, по-моему, да, труба. Еще в БТРе, еще в БТРе. Так, ребята, грузимся в БТР или на броню. Давайте бегом. Давай к воде есть прямо на зиму 60 нормалек. Пока что.
движение на 140 пешком на следующий холм. БДР, выезжаешь на холм, смотришь 140. Вперед. Давай-давай, смелее едь. Вперед, 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 смелее. От меня впереди, едь за мной, короче. Я тебе буду как целеуказатель. Ебать тут город. И у нас нет снайпера, да? Осматриваем.
Виктор, ты видишь цель? Так, внимание, РПГ, азимут 108, пол, нет? По 180 РПГ. Показалось. Так, внимание, контакт, азимут 190, там где елки, он уходит справа, уходит с востока на запад. Да, подтверждаю. Трассеров нет. Сейчас дам трассера. Давай быстрее по нему, лупи. Вот в том районе. Правее, правее, правее. Западнее, западнее. Вот эти, правее. По-моему, ниже. О, правее еще, правее, 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 еще правее. Да-да-да, вот, правее, правее. Вот и елки, примерно, да. Правее, правее еще, есть там его? Да-да-да, он правее, вот. Все правее, вот там, вот там, вот. Йоу, право, право. Ну, а еще. Он куда-то еще правее, какой правее? Он уходит на 200, смотри. Вот видишь туда, куда трассера пошли? Еще чуть правее. Он уходит одна. Дайте точный трассер на противника. А, вижу, вижу, вижу. Давай, огонь, работай по нему. Бегает еще мышь. О, да, примерно там. Так, пехоте больше не стрелять. Экономим патроны, нам еще бой вести. Подтягиваемся к БТРу. Будем отсюда уходить. Подожди, стоп, остановись. Пехота спешится, двигаемся на 120 пешком. Ты едешь в 100 метрах сзади. Фронтом на 120 развернулись, пехота, фронтом. То есть слева, справа от меня бойцы, двигаемся. Расстояние между бойцами 5-10 метров. Бочкой и на 120. Давай об этом тихонечко за мной есть. Так, УАЗик здесь стоит. Какое внимание, елки зачистить, посмотреть, что впереди. На 120 надо быть. УАЗик, скорее всего, наш. Чарли приняли, сейчас обозначим. Обозначим на отметку, поставь. Принял. Справа тело. Азимут 220. Тело имеет в виду мертвое. Далеко от нас? Это пулеметчик, кажется, наш. Заебись, я забрал пулемет. Так, чисто впереди, да? 120 должен трупы лежать. Да, ПКМ наш. Особое внимание, может быть, и противник рядом. А, ну что, забираешь пока? А вижу труп еще на 160 валяется. Парашют вижу на 90. Тут СПНов ты, походу, погибли. Так, срочно организовать вокруг БТРа. Слева и справа, чтобы были от него. Северо-восток, кроме юго-восток. Минимум по 3 человека с каждой стороны. А, на 120 холм, там 3 тела уже, грубо. 200, вижу его. Так, дабл чек, внимательно, чтобы не убили своих. БТР, остановись, крой 200. Но слишком
видите своего угла. Внизу три елочки у нас, вот стреляет. Стрельба, сейчас. Стрельба по нам идет. 200 на поле стоит. Огонь тогда, по нему огонь. Байтер разомните за холмом. А пехота выстрелить на 200 фронтом, выходим и башен. ГПшить можно? Я его убил. Огонь, огонь, огонь. Парни, я его убил. Все, все, все. Кто РПГ кинул? Кто ты отработал с ДСК? Понял. Кто с гранником впереди, осторожно, позади бы это стоит. Так, в крепость пока не стреляй. И походу свои. Все, не ГПшки туда, я же говорю, я его убил, который контакт был. На наш ставь, на наш метку ставь. Улыбаемся. Кто с РПГ работает? Убрал работы. Ну успокойся ты, блядь, стреляй, ёб твою мать. Все, отлично. The sky, sworn to fight.